Знакомьтесь, Лаура Шин, криптоэнтузиастка, автор, фрилансер, спикер и главный редактор журнала Forbes. Лаура – опытный журналист, имеет степень бакалавра в области современной мысли и литературы Стэнфордского университета Калифорнии и степень магистра журналистики Колумбийского университета в Нью-Йорке. Она начала свою карьеру в National Public Radio в качестве стажера. Позже она работала в таких медиагигантах, как Newsweek, Wall Street Journal и New York Times. Долгое время работала фриланс-автором для многих крупных медиакомпаний. Лаура написала две книги по экономике. В настоящее время она работает главным редактором в Forbes, одном из самых известных деловых журналов. В основном она пишет о криптовалютах, биткоине, эфириуме, различных ICO и блокчейне. Лаура признает всю революционность и важность этих тем и сама является активной участницей криптосистемы.